К участию в военно-спортивной игре «Рубеж» ребята из шести команд учреждения образования Бреста и Жабинки готовились долго и основательно. Ведь на различных испытаниях, которые придумали для них организаторы, необходимо было продемонстрировать хорошие физические данные и отличную строевую подготовку. А оценивала участников на каждом этапе строгое профессиональное жюри. Смирно! Равнение на середину! Участники имели возможность рассмотреть различные виды огнестрельного оружия от времен Великой Отечественной войны до современного, понаблюдать, как выполняет команды служебная собака, а также оценить показательное выступление Института пограничной службы. Обязательными условиями также были хорошее настроение, командный дух и рвение к победе, чему способствовало и само место проведения игры – героическая Брестская крепость. Очень символично, что в год 80-летия начала войны именно в этом месте молодежь, скажем так, сможет принять участие в такой патриотической акции. Мероприятие проводится в виде спортивного состязания. Ребята смогут проявить свои навыки следопытства, ловкости, умения. Проводится исключительно, скажем так, с целью развить их навыки, чтобы в дальнейшем будущие призывники смогли применить их на практике. Это мероприятие посвящено в честь 76-летия победы над фашистскими войсками, поэтому таким кадетским классом это очень важно поучаствовать. Это мой последний год в школе, и мне хочется как полностью набраться, чтобы эти эмоции, все эти воспоминания прошли со мной через всю жизнь. На 14 площадках участники каждой команды на скорость проходили различные испытания. Здесь были импровизированная болотная топь и лыжня, демонстрация ловкости и своих физических способностей, полевой лагерь, где нужно было собрать палатку, проверка меткости в тактическом тире и многое другое. А здесь проходит испытание самой ловкий на заставе. Его цель – как можно быстрее разобрать и собрать настоящее оружие. Каждый участник в рамках игры научился чему-то новому и получил массу положительных эмоций. Ну а победителями стали брещане школы номер 31. Второе место досталось третьей школе Жабинки, а в 28-ю Брестскую школу отправится диплом за почетное третье место.